Анцитрусы. Анцитрусы легко разводятся, если в аквариуме достаточно укрытий, остальное они сделают сами. Желательно, чтобы самок было больше. На одного самца можно 3-4 самочки. Они территориальная рыбка. В аквариуме быстро занимают доступные укрытия и ведут непрерывные схватки с другими самцами за свою территорию. После того, как мы подменим 25-30% воды в аквариуме с анцитрусами, в течение 3-4 дней обычно начинается нерест. Нам остается только проследить, в каких горшках самцы охраняют кладку. Это легко увидеть. Самец ни на минуту не покидает свое гнездо и непрерывно обмахивает икру плавниками, создавая течение. Малыши проклевываются через 3 дня. В это время личинку можно перенести в отдельный аквариум, а еще через 3 дня начинают плавать и питаться. С первых дней жизни я даю малышам живую артемию и таблетки спирулины. Подробно о разведении анцитрусов смотрите ролик на нашем канале «Анцитрусы. Мой метод забора личинки». В аквариуме с анцитрусами должна быть аэрация, фильтрация, еженедельная подмена воды на свежую, желательно, чтобы в аквариуме было течение воды. Это будет имитировать естественную среду обитания анцитрусов. Они хорошо поедают пищу как животного, так и растительного происхождения. Я своих анцитрусов кормлю в зависимости от времени года. Одуванчики, салат, шпинат, крапива, огурцы, кабачки, корочки арбуза, тыква. Все это провариваю от 3 до 6 минут в зависимости от корма. Но не надо забывать, что они процентов на 50 являются падальщиками. В природе поедают погибшую рыбу, улиток и всевозможные организмы. В аквариуме я их подкармлю трубочником, мотылем, мороженой артемией. Также даю дешевую отварную рыбу, бычок, минтай, отварную телячью печень. И любимая их пища – это виноградные улитки, которых весной после дождя полно в любой лесопосадке, парке, роще. Кто хочет подробнее узнать о содержании и разведении анцитрусов, смотрите на нашем канале ролики «Анцитрус. Содержание и разведение», «Белый анцитрус. Содержание и разведение», «Анцитрус номер 16. Содержание и уход», «Анцитрус. Мой метод забора личинки», «Звездчатый анцитрус. Как содержать анцитрусов».